Всем привет! С усталостью на лице и томным выдохом приглашаю всех, кто хочет развиваться, на третий урок из цикла «Работа с автомобильными ключами». Этот урок будет посвящен такой теме, как программирование ключей через диагностический порт со всеми вытекающими. Мы детально разберем, какое оборудование для этого потребуется, какое лучше выбрать с точки зрения соотношения цена и эффективность. Без чего у вас, в принципе, не получится провести эту процедуру. Мы разберем такой кунг-фу, как поиск пина, посмотрим на него, как он лежит в дампе, как он, собственно говоря, выглядит. Опять вернемся к крипте, узнаем, что в дампе их несколько. Соответственно, узнаем, что некоторые ключи при предподготовке перезаписываются, ну, в некоторых ключах при предподготовке перезаписывается крипта. В общем, заглянем очень глубоко. Ну и, естественно, свяжем это потом воедино, узнаем, без чего нельзя, как нужно, ознакомимся с нюансами, с подводными камнями этой процедуры. В общем, будет, как всегда, очень интересно и очень детально. Как все проходило до этого и что пропустили те, кто пропустил, вы можете посмотреть по ссылках, ну, пройдя по ссылкам в письмах, и, собственно, увидеть, что, наверное, надо было бы посмотреть и первые уроки. Но, так или иначе, всех приглашаю, всех ждем, поделимся с вами всем, чем знаем, и даже, наверное, немножко большим. Счастливо!